Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Алла Пугачева разменяла восьмой десяток. Легенда российской эстрады Алла Борисовна отмечает свой день рождения. Примадонна уже более 50 лет, радует поклонников своим творчеством. На ее песнях выросло не одно поколение людей. И в этот знаменательный день благодарные зрители начали поздравлять своего кумира сразу после полуночи. К поздравлениям фанатов присоединились и коллеги по цеху. Максим Галкин поделился с поклонниками семейным роликом, на котором запечатлел трогательный момент. Лиза и Гарри поздравляют маму с днем рождения. Когда Алла Борисовна спустилась, они тут же зачитали ей праздничное стихотворение. Певица была так впечатлена, что едва сдерживала слезы. Однако на этом подарки от детей не закончились. Они поспешили показать ей белоснежный торт со свечами, над приготовлением которого трудились самостоятельно. Лиза и Гарри также сделали открытку, написав на большом ватмане пожелание для именинницы. «Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям. По-настоящему магически неразгаданный человек. Великая русская женщина. С днем рождения и здоровья. Друзья, берегите себя и своих близких». Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!